Друзья, всем привет и всех с победой нашей сборной. Это было супер круто. Ну просто фантастическая игра, впервые в истории в четвертьфинале. Спасибо Шевченко, нашему тренеру, спасибо Зинченко за фантастический гол, Довгуку завершающий, Артему Беседину, который ценой своего здоровья просто. Надеюсь, что Артем сможет сыграть с англичанами и травма не будет серьезной. Ермоленко, Бущан, Одесса гордится тобой. И в общем, это была бомба. И все теперь болеем за наших ребят в матче с Англией. Ну и, конечно, наша страна-агрессор там горит, подгорает страшно. У них июнь весь не задался. Сначала наши футболки, потом песня наших фанатов про Путина. Кто такой Путин? Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. И мы готовы это везде спеть, в том числе и Верховный Радио, где я сейчас записываю это видео. Теперь победы наши, выход в 1/8, в 1/4. Ну, в общем, и поэтому сегодня утром у пропагандиста Соловьева эфир начался. У него есть такой Соловьев Лайв. Как вы думаете, с чего? Конечно, с Украины. И с вопросом, за кого, значит, болели россияне, за шведов или за украинцев. Тем более и цвета-то одинаковые. Ну, в общем, послушайте. Переживали вчера за сборную Украины или за сборную Швеции? Или смотрели и думали, ха! Как понять, играют команды одних цветов. Интересно, если бы разгромным счетом победила сборная Украины, они бы сказали, что разгромили как шведов под Полтавой? Ну вот такие вот шутки у Соловьева, уровень ниже дна, ну как, собственно говоря, всегда у него. А, там он дальше договорился, вспомнил Полтаву, дурачок. Вообще там под Полтавой украинцы вместе со шведами дрались с российской армией Петра Первого. Ну это, как обычно, хотел показать ум, но показал что-то другое. Дальше он, ну, на этом он тоже не остановился. И он еще услышал, что наш тренер Шевченко обращается к игрокам на русском языке. И это тоже очень оказалось для него важным. Послушайте. Так, кстати, вы обратили внимание, что Шевченко впервые в дополнительном времени общался с игроками по-русски? Ну так, чтобы было понятно. Может, це зрада чи перемога? Ну, ну просто вот любопытно. И уж давайте уж говорить правду. Когда Зеленский позвонил всем игрокам, он, надеюсь, по-русски говорил? Может, тайная эта сила Украины в том, что они по-русски говорят, игроки? Вот так вот, понимаете? В общем, Соловьев, ни ты, ни Путин, вы не хозяева русского языка. Вообще, вы позор русского языка и позор своей культуры. И не, абсолютно не ваше дело, как мы на каком языке, кто и где у нас разговаривает. Мы разговариваем на каких хотим языках, на украинском, на русском, на каком хотим. Это, кстати, доказательство того, что у нас абсолютно толерантная страна, и здесь никто никого не ущемляет. Ни русскоязычных, никого бы то ни было другого. То есть не тебе, мразь, решать, в каких футболках нам ходить, на каком языке нам друг с другом разговаривать. Мы сами у себя разберемся, побеждая при этом. Ну и он там и дальше идет и называет игроков сборной России игрульками. Понимаете, уже сборная России. Послушайте. Вы, кстати, вот смотрите внимательно. Наши игроки. Игрочищи. Игрули. Игрочеллы. Вот смотрите, смотрите, смотрите. И думайте о том, как сейчас ликует Украина и как было плохо всей нашей стране. После вашей игры, как с Бельгией, так и с Данией. Вообще, мне кажется, что это вот все эти люди, какая-то квинтэссенция ненависти. Они ненавидят всех. Они ненавидят Украину, ненавидят Европу, ненавидят США, ненавидят, ну, просто там, Бельгию и Данию за то, что они обыграли Россию, Украину, понятно. И они ненавидят собственную сборную, поносят ее на каждом эфире. Ну, ну вот, вот эти люди, вот что такое русский мир. Это просто какой-то мир полный ненависти ко всему. И это ужасно. Ну и, конечно, эти клоуны в очередной раз, когда будут рассказывать, какие они нам братья, то вспомните, как Милонов и тот же Соловьев, который, кстати, после 1-1 написал, что скучноватая игра, а после нашей победы, что уже ничего писать не стал. А Милонов прямо сказал, что он будет болеть, как петербуржец, за своих, за шведов. Ну, в общем, клоун, что тут скажешь. Друзья, мы победили, я вас всех с этим поздравляю. Все болеем 3 июля в матче Украины с Англией. И, конечно, матч будет сложный, но ребята показали характер. Все будет Украина. Держим строй.